почти уже дорезала весь хлеб. Я реально весь порежу. Панировочные сухари хочу сделать. Сейчас кину все это в духовку, пусть оно у меня обжаривается. Ну, так, маленечко, до конца. И пущу все это на сухарики. Не знаю, может сейчас хлеб замесить, раз на то пошло. И у нас не будет... А, у нас вот полбулки хлеба есть. Ну, ладно. Что-то я уже 20-й день собираюсь хлеб испечь, и все никак. Что-то меня держит. Лень, наверное, матушка меня держит. Совсем уже мать обленилась. А, господи, дорезала до края. Думала, еще нет. Да сколько хотела, видать, разрезать. Это который у меня засох лежал. Ну, ничего страшного. Сухари, они маленькие сухари, правильно? Ой, это моя сейчас передача идет. Ребята, моя любимая передача. Давай поженимся. Вы что, не знали, что я люблю эту передачу? Люблю. Не началась еще. Слава Богу, успела, мать. Может, еще яблочки запеку сегодня? Так. Хлеб отправляем в духовку. И градусов не знаю, насколько. Ну так, слегонца 180 поставлю, чтобы... и буду вертеть его. Он будет поджариваться, я буду его периодически... Да что ты падаешь, а? Ты чего лежишь? Падает вот низ, знаете, идут по кухне. Вот он падает. Наверное, при виде моей красоты нереальной. Каждую секунду отваливается. Все. Сухари отправила, дальше что делаем? Ой. Дальше что делаем? О, кстати, хотела вам показать-то. Черные грузди, которые мы с вами засолили вчера, они-то краснеют. А, вам плохо видно, они становятся как будто вишневые. Видите? Мои красавчики. Мои красавчики. Курилдас моя. Да, полуфабрикат из мяса. Угу. Все, будем сейчас, наверное, начинать готовить. Что еще? Вот у меня такое ощущение, что я о чем-то забыла. Я о чем-то забыла? Я что-то обещала сделать или нет? Объясните мне, друзья мои. Пропылесосить, что ли, сейчас быстренько дом? У меня как будто бы ощущение, как будто я что-то не сделала. И меня оно тяготит. Прямо тяготит очень. Уберу, ладно. Да, сейчас пропылесошу. Сейчас у нас 3 часа почти. Ну, часиков на 5 ориентируемся на прямой эфир, на приготовление ужина. Часиков 5, 17 часов ориентировочно у нас будет приготовление ужина. Если что, имейте в виду, здесь в YouTube это я сделаю. А пока, наверное, все-таки я наведу порядок, пропылесошу. Чтобы было красиво, да? И, наверное, полы протру. Снимать я это не буду, это скучно, неинтересно, да? Все, друзья мои, мы не скучайте. Я с ума соскучилась, не знаю, что снимать. Давайте подскажите мне, что вы хотите посмотреть. Напишите в комментариях, хотим посмотреть это. И я вам сниму. Пойду, наверное, корсет сниму. Весь день хожу в корсете, который со спиной, который спину держит. Так у меня аж такое ощущение, что у меня прям осанка, будто мне туда кол. Осиновый вбили.